на свете не существует зависимостей, которые не были бы связаны с желанием удовлетворять какую-то потребность. Другое дело, что, ну, почему это называют зависимостями, да, потому что на самом деле эта потребность никак не удовлетворяется, да. Скорее всего, употребление этих веществ дает возможность просто какое-то время ее не чувствовать. Но это не всегда так. Например, вот курение, оно кучу потребностей у людей закрывает. Начиная от потребности, от возможности легко познакомиться с людьми, до возможности с ними нормально разговаривать там, и так далее, и так далее. То есть куча есть вещей, которые курение как социальный ритуал закрывает. Именно поэтому людям очень часто трудно бросить курить. Я вот когда с курящими работал, ну и работаю иногда, могу вам сказать такую вещь, да, никто ни разу не рассказал мне такую историю, что типа, а я вот когда первый раз покурил, мне так понравилось, так было кайфово, что я прям решил, что буду дальше курить. Не, обычно человек закуривает почему? Ну там есть что-то химический такой эффект, да, побочный, что типа там человек сидит, там он там одинок, несчастен, там и так далее, он покурил, его немножко отпустило, никотин его взбодрил, капиллярчики раскрылись. А если еще на это накладывается то, что он там с кем-то хорошо пообщался, пока курил, или там, не знаю, секс у него там случился, или еще что-то такое произошло на фоне этого курения, у него навсегда в мозг пропечатывается. Курить – это прям прекрасно. Если тебе плохо, покурил, тебя отпустило. Даже вот до анекдотического доходит, когда я однажды на каком-то семинаре, значит, объясняю технику, вот как раз ПАТ тогда еще была, я объясняю человеку, да, что ты берешь какую-то тему, нужно ее принять, проговорив определенную формулу, да, потом нужно ее воспроизвести, то есть перепрожить, и продышать хорошенечко. И мы, значит, там тренируемся, все студенты там что-то поняли, и у них там перекур, они пошли, погуляли, и вдруг один вращается, человек говорит, слушай, я сейчас понял, что для меня курение вот один в один совпадает с тем, что ты сейчас объяснял. У меня возникает какая-то проблема, я так прикуриваю, подумал, поразмышлял, что-то придумал, и такой... и как-то проблема как-то отъехала или там решилась, ну или какой-то новый слой открылся. Я прям вот когда курю, я прям именно это и делаю. То есть я, для меня курение – это решение проблем. Причем в большинстве случаев действительно я к какому-то решению в итоге прихожу. И у меня возникает такая, ну, зависимость. Если у меня возникает какая-то проблема, надо покурить. Надо покурить, и она решится. Плюс еще там химический эффект добавляется, ну и все остальное. То, что для сигарет характерно. То же самое касается алкоголя. Да? Люди же просто так пить не начинают. Они же пьют по какой-то причине. Да? Почему? Потому что компания, потому что весело, потому что легко, потому что. Вот. Потому что человек не научился легкость получать каким-то другим способом. Так у него в жизни получилось. А его никто не научил, что оказывается есть на свете куда более простые, не медикаментозные способы, да, получения данных состояний. Это вот Олег там в академию себя чему-то обучает. Но кто же про эту академию знает? Вот вы, например, не знали, многие из вас, да, до сих пор. Вот, и вообще любая зависимость, включая зависимость, ну, там, от наркотиков, она вот таким образом примерно и образуется. То есть есть какой-то период жизни у человека, в течение которого он испытывает большое замешательство, и у него там куча неудовлетворенных потребностей. А потом он бах, да, и вошел в новую компанию, а там, ну, наркоманы, например, да, и он с ними швырнулся. И ему стало кайфово, легко, просто, новые друзья, новая тусовка там, и так далее, и так далее. Но сейчас, наверное, благодаря активной пропаганде против наркотиков, да, люди все больше и больше понимают, что, конечно, это нифига не решение. Но по большому счету, опять же, никто этому не учит.